Слава Иисусу Христу! Меня зовут Рудский Мирослав. Я работаю в редакции журнала «Любите друг друга». Хочу поделиться с вами тем, что я знаю о Святом Писании, о Библии, которая изменила мою жизнь. 23 года тому назад я впервые получил в подарок экземпляр Библии. Мой экземпляр, с которым я не расстаюсь до сих пор. Я уже зачитал одну и вторую, это следующее. Мой экземпляр такой походной Библии, которую я всегда вожу с собой. Потому что Библия изменила мою жизнь, как я уже вам сказал, и еще не раз буду повторять. Когда я читал Библию, я узнавал о ней многое о Боге, то, чего я не знал раньше. Поэтому хочу с вами поделиться самыми важными вещами, которые для меня имеют смысл. Библия – это слово Бога, обращенное к нам. Бог хочет нам что-то сказать, хочет нам о чем-то сообщить и хочет нам сказать то, чего Он ожидает от нас. Если мы не будем читать Библию, мы не будем знать, чего Бог от нас ожидает. И потом, в момент нашей смерти или в момент, когда Иисус Христос придет судить этот мир, мы можем удивиться, почему Бог не признает наших добрых дел, почему Бог не интересует Его то, что мы очень старались быть хорошими людьми, но не исполняли его требований. Его требования написаны в Святом Писании, и эти требования мы должны знать. Чтобы их знать, мы должны читать Святое Писание. Я хочу с вами поделиться тем, что книги Библии исторически достоверны, и на них можно положиться. Здесь на снимке вы видите еврейского Сойфера, то есть переписчика, который переписывает традиционным методом, до сих пор таким же самым, как уже многие сотни лет, переписывает слова еврейской Библии. Если кто-то хочет переписывать Библию, переписывать Тору, то есть Пятикнижие Моисея, он должен закончить определенные курсы, даже можно сказать, это высшая школа, и получает сертификат Сойферстам. Если кто-то не закончил такой школы, то не имеет права переписывать свитки Торы. Благодаря тому, что такие строгие правила у евреев существуют, в течение почти 4 лет текст Слово Божье, которое евреи получили еще на Синае через Моисея, остается неизменным. Во втором веке жил рабби Акиба, который говорил, что эти подробные, очень мелочные правила позволяют сохранить Тору как настоящая стена. Здесь я выписал всего 18 таких важных требований, которые относятся к тому, что должен делать и как переписывать Святое Писание такой сойфер. Прежде всего, это должен быть пергамент, который делают из шкур, из кожи животных, разрешенных Библией. Эти пергаменты могут делать только евреи, которые имеют специальную подготовку. Эти пергаменты можно записывать только черными чернилами, это не могут быть фиолетовые и какие-нибудь другие. Длина каждого столбика определена от 48 строчек до 60. В каждой строчке должно быть 30 букв и так далее, множество таких правил, которые нужно изучить и выполнять, были множество таких правил были придуманы и сформулированы уже давно, и еврейский ученый, который переписывает Тору, вынужден всех их придерживаться. В 6-10 веке функционировала такая группа Масорети,
от еврейского слова, ивритского слова «масора», которое обозначает «традиция». Эти люди пересчитали все слова, все буквы, все предложения в Святом Писании и пронумеровали все главы и стихи, чтобы определить, правильно ли переписана Библия, они определили в середине каждой книги, какая буква должна находиться. И просто, когда все переписано, нужно пересчитать буквы. Если что-то не совпадает, то значит, свиток переписан неправильно, и нужно писать его заново. Но это интересно, что они как бы выполнили слова Иисуса Христа, который сказал, что ни одна йота, то есть самая маленькая буква еврейского алфавита, ни одна черточка не исчезнет из Торы, из Божьего закона. И Святое Писание в древности записывали не на таких книгах с двух сторон страницы записанные и сшитые, как наши сегодняшние книги, а записывали на таких свитках. И эти свитки нужно было бережно хранить. По еврейскому закону считается, что если такой свиток уничтожить, то это будет богохульство, как бы, хилюль хашем, то есть понижение, унижение Божьего имени. И поэтому старые и уже негодные рукописи, такие свитки, всегда прятались в генизах, таких шкафах в синагоге. На снимке здесь видно гениза в синагоге в еврейском израильском городе Цфат. Самый старый свиток Торы был найден в Генизе Каирской синагоги. Его переписали в 895 году. Кроме того, в Алеппо был найден в Генизе старый свиток, 900-й примерно год. Ну и также другие, тоже древние свитки находили в синагогах. К сожалению, синагоги во всем мире часто были разрушены, часто их сжигали во время погромов, и старинные бесценные свитки Торы горели. Но, к счастью, существует еще большая группа свитков, которые были найдены над Мертвым морем. И интересно, что там нашли свиток книги Исаии, пророка Исаии, который был написан в 125 году до Иисуса Христа, до Рождества Христова. И в музее Библии в Иерусалиме можно пойти и увидеть весь этот свиток. И когда его исследовали, то ученые заметили, что разница между сегодняшним текстом книги Исаии, которые переписывают и хранят еврейские сойферы, состоит примерно из 5% всех букв и касается разве что ошибок типа ортографические варианты или просто кто-то перепутал одну букву. Здесь на снимке видно гроты, в которых были найдены свитки. Полное число библейских рукописей, которые были найдены в Кумран, это 202 экземпляра, примерно одна четверть всех известных манускриптов еврейской Библии. Больше всего, конечно, переписывали псалмы, потому что по псалмам евреи всегда молились. И вторая по многочисленности – это книга «Второзаконие», которая давала возможность евреям точно изучать, чего Бог от них ожидает, и выполнять в точности все его заповеди. Ну и третья, чаще всего читаемая и переписываемая книга – это книга Исаии, потому что она говорит о Мессии, который должен прийти и спасти Израиль, Мессии об Иисусе Христе, как нам известно. Отсюда можно сделать такой вывод. Текст еврейской Библии, который был написан начиная от 1500 до 400 года до Рождества Христова, этот текст передан нам
с очень небольшими изменениями, настолько небольшими, что мы можем полностью доверить, что те сегодняшние издания Библии, которые мы можем купить и читать, не содержат грубых ошибок. Можно им довериться. Очень важно, чтобы мы понимали, что Библия не содержит легендарных рассказов, мифологических, фантастических каких-то там событий. Это книга фактов. Факты из прошлого, которые описаны в Библии, в еврейской Библии, они написаны с целью возбуждения в сегодняшнем человеке доверия Богу. Бог сделал то, Бог может сделать и многое другое еще и сегодня. И поэтому мы можем с полной уверенностью сказать, что Библия, которой можно довериться, без искажений передает информацию о Боге, которому тоже можно довериться. Затем она и была написана. И еще пару слов я хочу сказать о греческом Новом Завете, который был написан по-гречески из-за того, что уже учение Нового Завета не содержалось исключительно среди еврейского народа, оно вышло за границы Израиля. И поэтому авторы книг Нового Завета пользовались греческим языком, который был тогда известен во всем тогдашнем мире, примерно так же, как сейчас. Многие говорят по-английски, практически во всей Европе можно встретить людей, говорящих по-английски. Когда он был написан, разные научные данные дают разные информации, но оказывается, последние исследования говорят о том, что многие книги были написаны раньше, чем до этого считалось. Что, например, Евангелие Матфея было написано до 50-го года, а Евангелие от Марка до 46-го. Но самая ранняя книга Нового Завета, это считается письмо святого Иакова, примерно 45-й год. А самая поздняя, это Апокалипсис Иоанна Богослова, написанный примерно в 95-м году. Таким образом, у нас 50 лет между 45-м и 95-м годом первого века, когда были написаны разные книги Нового Завета. А новые открытия папирусов помогают нам установить даты написания даже отдельных книг. И что из этого следует? Сегодня мы имеем папирусы некоторых книг, которые были написаны всего несколько лет после появления оригинала, еще во время жизни авторов. Маленькие кусочки текста можно однозначно идентифицировать. Они точно так же выглядят и содержат те же самые буквы, как сегодняшние версии этих книг. И существует очень низкая вероятность, очень маленькая вероятность того, что хоть один текст Нового Завета кто-то добавил от себя, что он не был первоначально написан. Заметьте, что между написанием Евангелия святого Иоанна, примерно 95-100 год, до написания папируса Райландса, который содержит отрывок из Евангелия Иоанна, прошло всего лет 20-25. А если мы посмотрим на эту таблицу, где я собрал самые древние папирусы, то можно заметить, что, например, Евангелие Марка было написано в 45-м году, а папирус 7Q5, найденный в Кумране, содержащий отрывок из Евангелия Марка, этот папирус был написан в 50-е годы. То есть примерно 5, не больше 10 лет прошло между написанием Евангелия и этой копией, которую нашли в Кумран. Примерно в 60-м году святой Павел написал первое послание к Тимофею, а уже в 65-м году папирус 7Q4 был написан, то есть кто-то переписывал письмо святого Павла и читал его в церквях, и между
этим папирусом, который был переписан в 65-м году примерно, а авторским оригиналом прошло всего лет 5. Чуть больше прошло времени между написанием Евангелия Матфея и написанием книги, из которой у нас сохранились до сих пор отрывки, то есть папирусы П-64. Примерно в 60-е годы были они написаны. Письмо к евреям было написано примерно в 65-м году, а в 85-м году была написана целая книга. Переписчик собрал все письма святого Павла, и часть из них сохранилась в виде папирусов П-46. И так далее, и так далее. Так что мы имеем как бы очень важные доказательства древности и неизменности книг Нового Завета. Кто их переписывал? Конечно, печати тогда не было, типографии не было, нужно было все переписывать вручную. И первая церковь, как известно, состояла в основном из евреев. Все апостолы были евреями, и, например, Марк, евангелист, который жил в Иерусалиме, был двоюродным братом раввина Барнабы. Здесь на снимке ворота монастыря святого Марка, ассирийского монастыря, который до сих пор находится в Иерусалиме, в том доме, где по традиции жила семья святого Марка. Этот Марк-евангелист был образованным евреем. Он пользуется очень большим числом латинских и арамейских слов в своем Евангелии. И он объясняет, толково объясняет некоторые еврейские обычаи в своем Евангелии. Святой Лука, когда говорит о Марке, он называет его «слугой слова», что значит, что Марк не только провозглашал слово, но, наверное, умел его переписывать, записывать. Возможно, что Марк был именно таким сойфером, который знал принципы переписывания Торы. Марк занимался провозглашением Евангелия в Антиохии вместе со святым Павлом, на Кипре вместе с Барнавой, а для святого Петра был как сын. По традиции, примерно в 60-м году Иоанн Марк, евангелист, переехал из Иерусалима в Александрию и там стал епископом. В Александрии жило тогда примерно 250 тысяч евреев. И там он основал христианскую академию, в которой потом долгое время переписывали свитки Нового Завета. И это даже такая специальный шрифт появился, который назвали «Александрийское письмо». В Александрии был написан кодекс Александринус V века, полное собрание книг Нового Завета. И до сих пор в Александрии находится церковь святого Марка, в том месте, где впервые святой Марк начал проповедовать Евангелие. Другой пример – святой Матфей, евангелист, которого по-еврейски называли Маттай Леви бен Халфай. Он занимал должность телонес, по-гречески это называлось должность таможенной пункта сбора пошлины. И Лука говорит о том, что он был богатый, то есть это значит, что он был образованным человеком и имел высокие квалификации, то есть знал обязательно арамейский и греческий язык. И, кроме того, известны имена других писарей, переписчиков, которые были секретарями апостолов. Сильван, о котором упоминает первое послание Петра, и Терций, о котором упоминает послание к римлянам. Сильван также был редактором некоторых писем святого Павла, например, второго послания к Коринфянам и первого послания к Фессалоникийцам. Так что уже тогда, когда Евангелия были написаны впервые и письма апостолов, уже тогда среди верующих было много квалифицированных переписчиков, которые могли переписывать, копировать и распространять
все документы Нового Завета наряду с документами Старого Завета. Вот, например, здесь на этом снимке видно папирус, который принадлежал к копии Старого Завета, примерно переписанные в 90-е годы нашей эры, но не переписанные именно евреями в синагоге, а христианами для нужд церкви. Среди учеников Иисуса самого уже было много учителей, еврейских ученых, знатоков Святого Писания. Например, в Евангелии от Матфея говорится о том, что один из таких ученых был учеником Иисуса. Так что именно такие евреи, которые знали принципы переписывания Торы, как это делать, чтобы она сохранилась неизменной, чтобы никто не добавлял ничего от себя, именно они постарались обеспечить правильность переписывания папирусов Нового Завета. И поэтому столько мало разниц в документах Нового Завета. Всего 40 стихов в Новом Завете из 20 тысяч можно считать, можно быть неуверенными, насколько правильно они переписаны. Все же остальные безупречны. Но самое важное – это личное свидетельство авторов Нового Завета. Лист послания к евреям говорит: «Помните о своих апостолах, которые гласили вам Божье Слово, и, вспоминая конец их жизни, будьте последователями их веры». Из 8 авторов книг Нового Завета только Иоанн Богослов умер естественной смертью. Кстати, он был на изгнании. Все остальные собственной кровью подтвердили то, что они серьезно относились к тому, что они написали. Для них это не были просто рассказы, это не была беллетристика, это не была художественная литература, легенды или какие-то набожные басни. Они пролили кровь за то, что написали. Иоанн Марек был побит камнями в Александрии. Маттай Леви побит камнями в Иерусалиме. Лука распят в Ахае. Иоанн, сын Заведея, умер на острове Патмос. Павел Шауль из Тарса был убит в Риме во времена Нерона. Яков Справедливый убит камнями в Иерусалиме. Симон Петр, скорее всего, по легенде мы знаем, что он был распят в Риме. Он сам потребовал, чтобы его распяли вверх ногами, чтобы он не умирал, так как Господь Иисус Христос. Иуда Фаддей убит в Лаодикее. Каждый из них мог бы избежать смерти, если бы только отрекся от того, что сам написал. Но они этого не сделали. Они были уверены, что пишут правду, и за каждое слово своих документов, которые написали, они готовы были умереть. Так что у нас как минимум 3 папируса, 3 куска папируса, на которых были написаны документы Нового Завета еще при жизни их авторов. Это фрагмент Евангелия Матфея, письма к Тимофею и Евангелия Марка. Есть у нас также как минимум 6 папирусов, которые были написаны во время жизни людей, которые лично знали авторов. То есть они бы не допустили, чтобы в обиходе появились какие-то фальшивки. И, кроме того, вся следующая церковь знала многих епископов, которые были учениками, непосредственно учениками святых апостолов. Например, Игнатий, который стал бископом, епископом в Антиохии примерно в 68 году, должен был лично знать и Павла, и Варнаву, и Петра. И он мог держать даже в руках эти рукописи, которыми мы обладаем сегодня. И зачем мы обо всем этом говорим? Иисус Христос сказал Фоме:
подними свой палец и посмотри мои руки. Подними руку и вложи ее в мой бок. И не будь неверующим, но стань верующим. И Фома ему ответил: Господь мой и Бог мой. И Иисус ему сказал: Ты поверил потому, что меня увидел? Блаженны те, кто не видел, а уверовал. Иоанн в своем Евангелии написал, что он написал свое свидетельство тот, кто увидел, а его свидетельство истинное. Он знает, что говорит правду, чтобы и вы поверили. Все это достаточно, чтобы мы уверовали. Книги еврейской Библии и Нового Завета – это свидетельства, которые касаются конкретных фактов. Это не выдумки, а конкретные факты. То, о чем говорит Библия, переписано и передано, сохранено до нашего времени настолько достоверно, что мы можем полностью положиться на текст, которым обладаем сегодня. Свидетельство жизни авторов полностью подтверждает, что там нет никакого обмана, там нет никакой фальшивки. И эти факты могут изменить нашу жизнь. Но то, поверим мы и в какой степени примем участие в той действительности, о которой говорит Библия, это зависит только от нас, ни от кого больше. И в зависимости от того, сколько мы вложим усилий, такой будет эффект. И поэтому я хочу вам дать домашнее задание. С одной стороны, напишите, сколько времени вы посвящаете в течение, например, недели на телевидение, интернет, газеты, пустую болтовню. А с другой стороны, напишите, сколько времени проводите с Библией. Та пропорция, которую вы увидите, показывает, в какой степени ваша жизнь, ваши решения зависят от Слова Божьего, а в какой – от прогноза погоды или новостей. И поэтому я думаю, что каждому из нас необходимо принять конкретные шаги, чтобы эта пропорция изменилась, и чтобы все другое занимало меньше места, чем Библия. Я очень рад, что мог с вами поделиться тем всем, что я открываю в моей жизни, что касается Библии. Я хочу еще раз только сказать, Библия – это действительно Слово Бога. Слово Бога, который нас любит, который хочет нам что-то сообщить, который для нас много сделал, который отдал жизнь за нас. Иисус умер на кресте за наши грехи. И Он хочет, чтобы мы приняли Его Слово и начали им жить. С Богом! Oh, yeah, yeah, yeah.